Приветствую всех любителей рыбной ловли на Флагман ТВ. Меня зовут Николай Солодовник, и это рубрика F-новинки. В сегодняшнем обзоре хочу вас познакомить с фидерными удилищами в линейке CarPro под названием Flapper Method Feeder. Удилища этой серии специально разработаны для ловли с применением кормушки Flap и Method и выпускаются в двух длинах 3,9 и 4,2 метра. Основная специализация данных удилищ – это свердальный заброс, который востребован на соревнованиях, а также на водоемах с большим рыболовным прессингом. Удилище CarPro Flapper Method Feeder отличается быстрым строем, жесткостью и высокой прочностью. Данные характеристики обеспечиваются за счет специальной технологии строения бланка с применением высокомодульной углеродистой полосы. Данная технология увеличивает прочность на изгибе бланка при вываживании больших трофеев, а также за счет уменьшения смол наши стержни одновременно стали легкие и прочные. А сейчас давайте перейдем к характеристикам по каждому из удилищ. Фидерное удилище CarPro Flapper Method Feeder имеет вес 295 грамм. Транспортировочная длина 135 сантиметров. Удилище состоит из трех колен и комплектуется тремя сменными вершинками. Материал, из которого изготовлен бланк, Ultra Touch Wire Carbon. Рукоять бланка разнесенная, выполнена как на карповых удилищах, что обеспечивает удобный хват на забросе, и выполнена из материала EVA. Максимальный тест по забросу удилища в 3,90 160 грамм. Диаметр первого кольца 30 мм. Кольца установлены с облещенной рамой концепции К, что дают нам возможность сделать силовой заброс, при этом не будет захлестов. Фидерные вершинки с разной степенью жесткости 2, 3 и 5 унций. Имеют антизахлестный тюльпан и разного цвета. Транспортируется в жестком тубусе. Удилище оснащено тканевым чехлом, который имеет три секции для каждой из секций. Фидерное удилище CarPro Flapper Method Feeder в длине 4 метра 20 сантиметров имеет вес 400 грамм. Транспортировочная длина удилища 1,48 метра. Удилище состоит из трех частей и трех сменных фидерных вершин. Материал, из которого изготовлен бланк, Ultra Touch Wire Carbon. Ручка в стиле карпового удилища разнесенная. Материал рукояти EVA. Тест по забросу данное удилище выдерживает 180 грамм. Диаметр первого кольца 33 мм. Посадочный диаметр вершинок 2,8 мм, вершинки разной степени жесткости 2, 4 и 6 унций. Удилище в длине 3,90 и 4,20 имеют усиленные стыки, которые помогают выполнить силовой заброс. Сейчас я хочу перейти к тесту данного удилища и побросать им. На удилище 4,20 я поставлю флет кормушку от компании Preston 80 грамм, оснащенная литкором. На удилище 3,90 я поставлю кормушку CarPro весом 60 грамм, оснащенная также литкором. Катушки установлю Blackpool 6500 по размеру шпули. Провел тест заброса данных удилищ, у меня есть такие показатели. Удилище в длине 3,90, оснастив кормушкой Flat 60 грамм, я достиг дальности заброса 108 метров. С уверенностью могу сказать, что потенциал этого удилища мной не раскрыт. И 60 грамм кормушки немножко не хватало, дабы загрузить. Уверен, что в более крепких руках данное удилище сможет забросить намного дальше.
Удилище в длине 4 метра 20 сантиметров. Я оснащал кормушкой Preston 80 грамм. Достиг результата 130 метров. Я поставил клипсу, перемерил на колышках. Следующий заброс я еще выполнил и ударил в клипсу. Наверняка кормушка пролетела еще дальше. Потенциал этого удилища также может быть намного больше. И 80 грамм немножко маловато для этого удилища. Поэтому можно применять кормушки 90, 100, 120 грамм. Как флет, так и метод. Данное удилище я оснащал бигпитовыми катушками для дальнего заброса с шпулей 6500. Также подойдут для этих удилищ катушки 5, 6, 7 тысяч размера по шпуле. Напоминаю, что данное удилище можно приобрести в сети розничных магазинов «Флагман», а также в интернет-магазине по адресу flagman.kyiv.ua. Друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. Подпишитесь на наш канал, дабы не пропустить следующие новинки. С вами был Николай Солодовник, и до скорой встречи, друзья, на Флагман ТВ. Пока!